100, что ли? Нет, тут рядом где-то, ну просто не знаю, почему так назвал. 24, потом 6А, но 24 вы быстрее найдете. Как-то это не поняла я немножечко. Так, заправились до полного бака. Спидометр у нас 147, 690. Время без 15:11. Забили Алушта. Улица Набережная, 24. Вот посмотрим, там заедем, что за жилье. Ну что, едем? Потом как, поставишь навигатор? Поставлю. Ты поехали? Да, да.
ладно, видишь, какие мойка. Грязные-то дальше. Ага. Я еще на них смотрю, думаю, да, даже мне вообще, наверное, скоро будут ноги видно сквозь них. Это, наверное, не стекла, а как пластик. Там. Впереди ну, камера знаешь, на полосу. Понятно, что пластик, но все равно, видишь, как его будет, оказывается. Виноградники по обе стороны. Экскаватор. Ручной досмотр. Где? Короче, дальше снимать нельзя. А я сейчас на крышу поставлю на магниты, пусть она снимает. Сейчас нас вообще не пустят. Нет, ну убирай уже. Видишь, одно пустили, потом через промежуток еще одно.
Короче, всю машину разгружать надо. Через сканер вещи носить. Вот такой таможенный досмотр тут. Офигеть. Капот открывать. И все вещи доставать надо. Вот через будку эту носить. А у нас вещей ёханый бабай. Сейчас будем полчаса разгружать. Вот это все сейчас разгружать. Все через сканер. Офигеть. Все, вот вещи через сканер пропускаем. Там женщина сидит, проверяет. Это сейчас чуть вперед проезжаю. И вот отсюда сейчас будем обратно вещи таскать, складывать. Все. Это был осмотр. Так, самое главное, карточки теперь не потерять. Досмотр вообще с понятыми проводится. Это осмотр получается, да? Мне кажется, на мою карточку. Все, поехали. Обе вам, да? Ага, и все, они у вас остаются? Конечно. Ага, ну все. То я думала, их надо на выезде на потом отдавать. А почему одна зеленая, одна красная? Не знаю. А это что открылся? Не знаю. Все. Внимание, фото, видеофиксация. Так. Ага. Все, вот он. Перешеек. Или как его там назвать? Это охрана моста. Все, Крымский мост. Начало. Я не засек, сколько время ушло. Минут 10, да, всего? Ну, быстро мы. Вот так надо собираться. Быстро. Разгрузили и загрузили всю машину. Офигеть. Что там, где мой телефон? Молодец, ты хорошо на нем сидел. Что там, это навигатор-то теперь? Надо бы поставить. Это что-то новый, да? Наверное. А чего опять ничего тут нету? Оказывается, что опять остановиться и заново чтобы набережная где там? Господи, ну я теперь не знаю, что это 24. Что это за издевательство? Я тоже не разбираюсь в этих навигаторах. Ой, господи, боже.
далеко как-то. Где-то, да? На пролетах или вот на вот таком месте, или вот там уже на возвышенности. Кстати, обрати внимание, как мало машин. Очень мало. Да вообще их нет. Чуть-чуть.
чуть-чуть допустимо же. Он, видишь, тоже едет. Он вообще, он сколько вот он едет? Ой, да какая разница? Да я знаю. Она отвечает за себя. Вот ты мне штраф-то нам примерно. Понятно. Ну, гулять-то гулять, что-то. Смотри. А то на каждой камере сейчас по штрафу соберем. Тут их много. А что, каждая камера будет тебя фиксировать? Ну, наверное, не знаю. Батарейка села, так что кусочек пропущен. Надо на самом интересном месте, да? Почти. Все, считай, проехали мы уже. Ну, сам мост-то проехали, он там сам мост-то небольшой. Колючей проволокой все это огорожено, чтобы никто не подошел к дороге. Наверное же, это, наверное, охрана какая-то.
вообще сеть, что там показывает? Сеть есть? Да. Нету. Нету? Слушай, когда они сделают сеть здесь уже нашу? Уже сколько лет? Никто сюда. Операторы не хотят заходить. Тоже досмотр вот с этой стороны, видишь? Вот то же самое, что там назад будем ехать, тоже вот такой же этот досмотр будет. Надо половину вещей выкинуть. Вот туда, видишь, какая очередь? Ну, в принципе, не такая уж очередь. В принципе, как и там тоже. Может, десяток машин стояло. Трасса так вот свободная вообще. Так, что-то где-то остановиться надо сейчас, с навигатором разобраться, разборки устроить. Что за ерунда? Что-то я вот уже даже и поесть хотела, может поедем? Хорошо где-то в тенечек бы. Да. Приткнуться. Ну время что, без 20:12. А по Астрахани вообще час. Как раз обед уже. Где-то так в сторону съехать. А тут везде такие развязки будут, чтобы в сторону съехать. Вот поворот вправо на Керчь. Что там, и Феодосия, что ли, была или что? Прямо. Феодосия прямо, да? Феодосия. А направо Керчь и крепость 15 километров в Керчи. Люда хочет туда съездить. Нет, не туда. Я вот не там, туда? Там читала, что это крепость, это другой объект. Это турки возводили в 19 веке. А это гора Митридат. Она прям в самом центре города. Может, правда, назад будем ехать, хоть заедем, что ли? Феодосия 93. Слушай, а нам через Симферополь аж ехать? Зачем? Нет? Нет, конечно. Ты что? Мы сейчас опять в тот раз назовем через весь остров. А что, раньше свернуть надо? Нам нужно сворачивать на Феодосию. Феодосия тут слева? Феодосия раньше Симферополя? Феодосия вообще на побережье, Симферополь в центре. А мы же как-то через Симферополь ездили, да? Мы же пролетели этот поворот вот, и все. 92 Феодосия. И короче, Феодосию надо, да? Да? А с нее уже поедем на Лушту, да? Там просто вот это... Потом по над берегом, как мы тогда с мамой ездили. Да, 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 да. На Судак. Да. Просто получается, мы тогда, когда пролетели этот поворот, мы уже вынуждены были ехать, потому что там уже дороги не было. До Симферополя, потом вниз опять опускаться. Ну, да. Потом мы возвращались, да, назад. Крокодилярион. Вот первая заправка крымская. Вот у них Атан, еще какой-то, да? Я уже забыл. Так, что у них за цены? Ну, в принципе, почти как в Лукойле, да? Вот 92-й 54,99. Ну, 55 рублей. Ну, дороже, да, дороже. Заправляться мы не будем, у нас полный бак. Сейчас надо где-то припарковаться. Что, кушать будем? Да вот, наверное, уже поесть. И это, с навигатором надо разобраться. Ну, сейчас так я круг сделаю, посмотрю, может, тенечек где-то есть. Давай прямо вот так у заправки станем и будем, типа, мы заправляемся там.
Вот там тенечек, это тоже там как за... там дизельная. А если вот тут вот так встать сбоку, видишь тенечек? Козырек. Да вот же. Ладно.